Приветствую вас, друзья, на канал WebPlay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем снимать игрушку под названием Surviving the Aftermath. Четвертое обновление «Великие умы». Всем приятного просмотра. Итак, друзья. Тихенько, так, медленненько мы уже подобрались к финальной серии по этому обновлению, потому что в этой серии мы уже будем развиваться уже по максимуму, будет уже все изучено, и, скорее всего, мы построим хотя бы каждое здание по одному, то бишь из развлекательного ассортимента, да. Так, знаете, у нас осталась только колония изучить, да, то, что у нас здесь осталось, да. У нас очков достаточно, так что давайте поедем сразу управлять гневом. Это что у нас получается? Элегантные местные украшения, которые оживляют вашу растущую колонию. Ну, тут фонари и так далее и тому подобное. Что у нас? Управление гневом. У нас появляется у всех своих представителей в досуге. Некоторые колонисты любят отдыхать, наблюдая за поющими на арене. Или получать в морду лично. Это прекрасный способ сравнить пар. И отвлечься от мысли от выживания. Может, это самый цивилизованный вид досуга. Зато ценится выше. Ну, это да. Ну, делается арена. Ну, вы понимаете, что вы знаете, что делается на арене. Да, это что там, нечего вам рассказывать. Так, комфортное жилье. Да, мы построили два домика у вас, да. В прошлой серии, как вы помните, да, вот у нас два домика, ну, типа, чтобы у нас появилась рабочая сила в этих домах, так как у нас сейчас проблемы с персоналом, то бишь с ресурсом самым главным в этой игре, это люди, друзья, у нас не хватает людей. Да, у нас есть еще не полностью изучены все, то бишь не посажены все культуры в плане растений, да, и фруктов, ой, фруктов, блин, о, ты, блин, даешь овощей и разных экзотических этих, как его, бля, вылетел из головы, блядь. Ну, орехи, короче. Орешки, да, там, может, было орехи, там еще и была еще какая-то разновидность пищи, получается. Что у нас там? Соевые бобы были, да, у нас еще были соевые бобы. Да, этих мы еще не получили. Мы, конечно, мониторим это все дело здесь, в экране, но ничего в этом не продается, друзья. Ничего это не продается, так что мы на карте тоже, по большому счету, мы уже, видите, друзья, всю карту почти что облазили, остались некоторые участки только закрытые. Вот у нас раз, два, три здесь. И вот, и что здесь у нас получается? Тоже у нас, ну, здесь один, ну там парочку квадратов. Ну и здесь парочку квадратов. Вот. Ну тут всех больше всего здесь, конечно, находится. Ну так, короче, у нас есть задача сейчас собрать это, как его, исследовательский материал. Так, что у нас 11, забираем это. Где эта машина? Куда ты направлялся, дружище? Сюда направлялся, да? Ну ладно. Эта женщина заберет это доски. Хоть и нам не нужны, по большому счету, эти доски. У нас уже все добывается, по большому счету, мы уже сделали. Не знаю, как это я упустил перед этим построить пилораму, конечно, это очень интересно. Так, подожди, где это? А, это здесь. Окей. Ладно. Окей, это можно ускорить в два раза, чтобы процессик, так как говорится, побыстрее пошел. Такс. Ну, так как видите, у нас, да, все идеально, по статистике ничего не изменилось, друзья, да, как вы видите, у нас за 105 дней ни одной смерти. Ну, старались, конечно, главное тут все планировать, надо было все планировать, потому что мы в этот сезон, так сказать, да, это обновление мы чуть-чуть повысили сложность, в следующем обновлении мы еще повысим сложность и будем понемножку, потому что, ну, мы знакомимся к механике, я, конечно, многое могу не знать, многое, может быть, и как-то я не могу, да, как-то полностью этот весь процесс, ну, вызубрить и понять его, да, но все-таки мы по большому счету уже забрались в механик, так как это мы играем уже с самого начала, и очень позитивный рост в развитии игры я наблюдаю за эти вот 4 обновления, да, друзья, так что не знаю, поделитесь вы со своим мнением в комментариях, как, что вы думаете насчет этого, как они работают, или они оправдывают ваши ожидания, не знаю, мои они оправдывают, не знаю, мне пока что все устраивает, есть, конечно, некоторые недочеты, ну,
не будем придираться, потому что эта игра, вы понимаете, сама в раннем доступе, да, находится, и они работают над этой игрой, и главное, что они не забрасывают. А это самое основное, чтобы разработчики не забрасывали свою игру, которую они делают. Так, этот бензин нам тоже не... Да можно, конечно, дать ему по лицу. Почему ты не идешь, дружище, что происходит? Незначительная победа. А, ну окей, хорошо, ладно, пусть он там дерется. Вот, что здесь? Тут опасно. Ну ладно, тут повезло нам, то еще не взорвался он. Что это дяденька здесь делает? Дяденька, открой вот эту территорию, все равно тут нихера не делаешь. А, ну получается, у нас еще вот это здесь, да, это вот это все. Ну, я думаю, все равно мы по большому счету не найдем то, что мы ожидаем, да, в этом плане. Я даже направлю вот этих людей сюда, чтобы это все происходило побыстрее. Ну, я просто хочу узнать, что в конце... Ой, даже нету смысла сюда их отправлять сейчас. Может быть, куда-нибудь в эту сторону их отправить? Тут у нас есть кто-нибудь на разведке? Да, тут был один чувачок у нас, кажется, да? Где-то. Да, вот он. Но у нас здесь больше... Но он его... это он и откроет. Короче, возвращаем их домой, друзья. Возвращаем их домой. Пусть они тусуются дома. Так, это тут... Это дяденька сидит дома. Уже сидит дома. Так, машина едет куда-то сюда. Да, сюда, потому что потом человечек придет, спрыгнет в машинку и поедет дальше. Окей. Так, значит, что? У нас получается, что мы сейчас изучаем арену. Дома мы построили, гаражи у нас все есть, все у нас этого есть. Столовая, все это у нас есть. Так, может быть, какое-нибудь поле забубенить? Ну, не знаю. Да, друзья, если кто не знал, потому что мне задавали вопросик, по как мы делаем, видите, тут есть у нас прямоугольное и квадратное. Ну, не знаю, ли это квадратное, так что, мне кажется, прямоугольное, просто он в другом образе выглядит, да, ну, не знаю. Но это на... Потому что я использую ротацию на букву R. Потому что, ну, по большому счету... Не, ну, может быть, да, он как-то по-другому выглядит чуть-чуть. Ну, не знаю, мне кажется, что... Они одинаково просто так выглядят, что это как выглядит квадрат. Потому что с другого ракурса смотрим на это дело. Ну да ладно, не в том-то суть. Окей. Дальше, значит, что у нас здесь? Училок. Ну да, я как говорил, что у нас... Так, стоп, что у тебя здесь? Нету переместить рабочую зону. Дроп у тебя нет уже, да? Ну давай повысим тебя объем работы. А нет, уже максимально. Окей, пусть они работают здесь. К вам... Что? К вам приближается растрепанная женщина с целым арсеналом инструментов на поясе. Босс, босс, разговор есть. Дай мне какие детали, я вам кое-что построю. Здорово такое, быстрое, прям как молния. Честное слово, с такой машиной, ну понятно же все, да? Ну, 6... Сколько у нас? Конечно. Ух ты, блин. Вы разрешаете ей взять любой путь, находит дальний, она тут же убегает, занимаясь своими загадочным проектом. День приходит в тишине и покой, пока все колонии прокладываются оглушительный бабах. Покрытая плейплом женщина выбегает из мастерской оглушительной кашля. Да, не вышло, но это все равно было интересно. Может, и это получится сделать что-то полезное. 329 очков исследований, и тоже неплохо, друзья, что могу сказать. Взорвала себя. Ну, да бог, плохая из тебя. Какая-то ученая, ну, раз ты себя взорвал. Ну, конечно же, как говорится, мы же стремимся к... Смотри, что вы... Ух ты, боже мой, что ж язык заплетается. Ну, это после 12-часовой рабочего дня язык заплетается. Улучшается, скорее, свои навыки, качества и свое развитие. Да иди ты в жопу, что у тебя здесь? Ну, 703 очка, ну, ладно, нам все равно это не нужно, у нас эти тысячи с лишним. Опять же, у нас слишком много этого дела, нам полностью на все хватит, так что даже нечего думать по поводу... Я даже сейчас, наверное, не... Ну, не знаю, может быть, я соберу еще тут то, что у нас осталось у... А это что такое? Ты куда направлялся, дружище? Ладно, едь домой, на. У тебя там есть ящички. Так, что у тебя здесь? А ты в машину иди. У тебя очков нету? Ты что? Ну. Да нет. Давайте пойдем сюда, чем он сюда посмотрим, что здесь. Конденсаторы. А ты, дяденька, пойдешь у нас, знаешь, что держище? Откроешь эту зону, блин. И все равно ничего не надо. Не можно. Окей. А где наша машина, кстати? А, вот машина здесь у нас. Окей. Ладно. Ладно. Значит, друзья, даже делаем вот так. Даже делаем вот так. Делаем третью скорость.
Ой, наконец у нас появился один человечек. И сразу, видите, да, как я говорил в предыдущей серии, то, что у нас минимальный минимум работников, которые должны носить грузы, 4 человека. И они резервируются, типа, на рабочие места, да, вот сейчас вот здесь, да, будет скорее, или где-то тут у нас еще не хватает полностью работников. Вот, и будет резервировать, но вот мы сделаем такую фишку, да, как только появится какой-нибудь человек, он будет работать здесь, так как и здесь пилораму надо поставить, что у нас здесь, и здесь у нас все нормально, здесь у нас все нормально. Управление гневом совершено. Так, значит, что мы делаем? Мы делаем сейчас несущие стены, это 15 электрические украшения, это столбы, развлечения, элегантные украшения. Даже это что, я не изучал, что ли? Вроде нет. Ну, ладно, мы сейчас, пока это изучается, мы построим сейчас арену. Арену мы сейчас забубеним куда-нибудь. Куда можем ее забубенить? Сюда не получается. Ну, тогда, значит, а сюда можно как-то впендюрить ее, не? Да вот сюда поставим ее. Вот так. У нас будет здесь арена. Перейти к карте мира. Перейдем к карте мира. Сейчас направим наших... Блин, все время нажимают Escape. Сраный. Так, идем сюда. У тебя еще осталось чуть-чуть пару территорий открыть, и все у нас будет в шоколаде. Но здесь не знаю, или тут есть что-то. Скорее всего, что тоже надо здесь открывать. Так, машина. Так, у нас там уже с двигателем ничего не осталось. Ну, блин. Ах ты жопа, блин, ну как я так сфейлил? Ну да ладно. Бандюганы. Ну это понятно. Дяденька, у тебя здесь тоже парочку зон есть еще. Окей. Все вроде бы, да, все. Так, оки-доки. Так, ну что, строим таверну. Ой, арену, таверну, блин. У нас 54 этих, нормально. Украшения, роскошные украшения тоже можно поставить. Жаровня. Жаровня, я хотел куда-то впендюрить перед этим. Только не помню, куда я хотел. В санде, стандарте. Потому что раньше жаровня была с самого начала. Ты мог ее уже с ней освещать всякие территории. И так далее и подобное. Я уже не вижу. А, жаровня сейчас только появится. Так, у нас есть же памятник для, да, этих пацанов. Да, он вот есть у нас. Группа выживших. Сколько у вас? Двое? Блин, что так мало? Конечно, берем. Нам нужны люди. Рабочие руки. Нам нужны рабочие руки, друзья. Так, хорошо. Ладно. Роскошные украшения готовы. Так, значит, что электрические украшения тоже исследуем. Перейти к карте мира. Дяденька. Зацени. Бенз. Хилиться. Дядя, ты сюда. Машина едет вон вот сюда. Эта машина едет куда? Домой. Отлично. Не хватает очков. Ух ты, жопа. Конденсаторы, опять же. И все остальные у нас по нолям. Окей. Можем закрыть. Такс. Ну, посмотрим, что у нас, может быть, что-нибудь по торговле появилось у нас. Какие-то, может быть, новые эти ресурсики. Не, ни хера не появилось. Ах ты жопа. Такс, хорошо. Но я хотел... А, вот что я хотел здесь сделать. Ну, ладно, тут он сейчас занимается этим делом. Я хотел сюда жаровню поставить. Вот здесь. Так, где у нас тут... Ой, не то. Не то. Вот это. Жаровня, она будет, скорее всего, где-то... Вот она. Вот так, о, блин. Так, пока мы так хуя, иди сюда. Так, стоп, 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 стоп. Так, несущие стены, двухэтажный дом, конструкция 8, 88, время, ага, я понял. Так, давайте еще одну жаровню поставим. Не знаю, мне нравится жаровня. Это, да, блин, не... Выглядит так, как-то, знаешь, по первобытному, да, ты бишь. Крутенько так. И все, еще может какие-то цветочки забубенить.
Ну, как-то так. Красные цветочки, ну ладно. Что такое? Коротком поселении пришел ребенок из ограбленной женщины. Она держит за руки. Женщина точно нуждается в медицинской помощи. Пожалуйста, пожалуйста, дайте моей маме лекарство. Срывающийся голосом прокричал ребенок. Мы шли на восток к папе, но мама по дороге заболела. Конечно, дайте ребенку лекарство. И нам дали что? Нам дали зерно, главное. Морковка это является у них зерном, да? Ну вот туда морковку можно забубенить сейчас. Значит, так, у нас получается дальше. Вот морковочку можем посадить. Пусть морковочка тут растет. Улучшенные стенки развлечений. Кинотеатр, игровой автомат. И игровые автоматы, поехали. Нам же надо как-то человеческий азарт утихомирить. Что здесь происходит? Здесь опять же тоже забираем все, собираем. Главное, что у нас все по максимуму было. Вот я опять же говорю, что вот проблемы с людьми сейчас. У меня никогда не было раньше проблем с людьми. Но сейчас у нас постоянные проблемы с, ну, с естественным приплодом саму по себе, потому что мы контролируем это дело, не строя дома. Но сейчас домам устроить, у нас начнутся рождаться дети. И они, воспоминания 52, и они уже начнут расти и будут наполнять нашу колонию жизненной радостью. Вот. Так, значит, что у нас еще осталось? У нас осталось еще парочку строений, которых у нас нету. Ну, они будут. Тут каждый себе личико бьет, да, друг другу. Мы тут идем посмотрим на это дело, как они тут махаются, да? А кто на них смотрит вообще? Никто не смотрит, они просто долбят друг друга и все. Писец. Ну да ладно. Пусть они занимаются своим извращением там. Вот. Ну да, они говорили, что они порежут, говорится, этих, которые будут искать убежище в вашей колонии. Ресурсы выгружаются. Значит, может, что-то новое появилось у нас? Картошечка. Так, ой, картошечка. Это не нам надо, это не надо, это не надо. Ну и что, вот арахис есть, но его никак не достать. Его хотят купить. Кстати, мне бы сейчас, по идеалу, эту машину домой догнать. А подожди, Алекс, тут больше нету, кажется, да, территории? Да, все это закончилось. Ну ладно, лезь в машину обратно тогда. Что ты будешь здесь тусоваться без этого, мне зря. Так, ты открывать территорию. Может, тут какое-то поселение еще будет? Поселение. Нету. Дяденька. Эйнштейн, иди сюда. Металл. Ну, тут уже все, походу, да? А, вот здесь еще был у нас дяденька. Вот сюда иди. Не, ну здесь уже все, тут видно, что, ну, типа, закончилась территория. Скорее всего. Ну, ничего, мы все равно там можем, конечно, отправить человека, но смысла в этом, я думаю, нету. Вот. Специалист выгружается, товар, но это мы продали. И тоже то, что меня вот смущает, по большому счету, да, у нас, вот, например, когда мы хотим... Так, подожди, а почему ты так некрасиво выглядишь? Раньше было, тебе можно было перетащить, почему сейчас не можно? Ладно, что с ним. То, что мы не можем больше, например, вот, честно говоря, я захочу поторговаться с кем-то, да? У нас... Это ихние деньги, а у нас сейчас, по большому счету, сколько у нас бабосов? Где наша статистика? У нас 832, да, очка. Но они только доходят до 1000. Как-то нелогично. Лес, например, торгую как вообще магнат. И построил там 10 торговых точек. И что тогда делать? Как это? Без толку послать ресурсы? Не, ну, конечно, это они сделают. Так, повреждения. Вот это я тоже опять не мог найти нигде. Не знаю, где это все пропастилось. И я вроде бы кликал по каждому домику. Вроде бы все целое. Никто тут что не сломано, ничего не поломано. Не знаю, что, с чем это связано. Вроде бы везде все есть. А что-то сломанное. Даже непонятно где и когда это успело сломаться. Вот. Так, смотрим, что у нас по развитию. У нас 17 часов осталось. У нас, наверное, это... Нет, это еще не возобновились. Вот. Мы играем на сложность, получается, 50% сейчас, да, у нас был до этого 38, если я не ошибаюсь. Скорее, не, ну я не ошибаюсь, мне кажется, 50%. Если кому-то интересно, они, конечно, вы можете посмотреть, вернуться к стриму,
И, ну, не стрим, а предыдущим сериям увидите, как это было. Потому что я сейчас их делаю по обновлениям. Раньше делал все в одну папку, делал плейлисты. Сейчас я делаю их... Так, подожди, вообще она едет? Она едет, она уже дымится, блин, как, не знаю, как моя жизнь. Вот я зря ухожу так далеко от машины, потому что мне надо будет все равно возвращаться сюда. Вот это тупо. Не подумал я об этом. Ладно, ну что ж, сейчас... Окей, ладно. Это здесь, это здесь. Ну, сейчас никуда ничего, никого не буду отсылать, потому что нету смысла. Сейчас у нас полностью всего достаточно. И сейчас на вылазке высылать людей и нету смысла. Так, моркошечка растет. Так, все, что здесь у нас есть. Дальше подсолнухи нет. Но еще, ну, еще у нас есть соевые бобы, мы можем получить как семена. И арахис мы можем получить как тоже семена. Но... К сожалению, они очень рандомно пикаются, то бишь приходят к нам. Вот, как видите, предыдущий экземпляр, пример был двоего, потому что они приходят с какими-то рандомными, сгенерированными личностями, которым нужна помощь, или там надо что-то взамен, они чего-то дают тебе, вот там семена какие-то разные, да, вот. Это очень трудно проконтролировать, и это уже нет, не знаю, это не от тебя уже зависит, чтобы как-то на это повлиять своим... Каким-то или решением, поведением, или что-то вроде с таким делом, понимаете? Ну, нету смысла. Опять же так, ладно, хорошо. Смысла-то нету, смысла вообще нету ни в чем, да? Но все-таки мы играем. Так, хорошо, ладно. Так, а, ты нет, ты не, нам надо машинку отправить домой. Она поехала, так. А ты где, дядя? Дядя, ты где? А, ты здесь. Так. Знаешь, так, а кстати, где, как далеко машина находится у нас? Ёпта мать, довольно-таки далеко. Мы сейчас вернем этого чувачка потом, потому что он этот слишком далеко. Его нет смысла возвращать сейчас. Эйнштейн, ты можешь куда-то пробраться? Вот сюда ты можешь пробраться. Блять, я же здесь забыл. Ну, это как обычно, ладно. Можно бы, конечно, было подраться с этими игроками, но я думаю, сейчас это не так уж важно. Так, что у нас игровые автоматы построились. Сейчас исследуем развлечения. Игровые автоматы строим. Приступаем к строительству игровых автоматов. Скорее всего, оно будет где-то... Не, в развлечении оно должно быть. Игровые автоматы. Ух ты. Кто-то ждет у ворот. Давайте поставим игровые автоматы сюда. Кто-то ждет у ворот. Ну, что ты у нас тут? Вот. Зерно. Какое нахер зерно? Это какие-то, бля... Это не зерно. Это эти тараканы, блин. А что, я их могу выращивать? Ну нет. Ну нет. Ну нет. 17 кукурузы. Давай сделаю так. Зерно. Ну я же не могу выращивать себе, блядь, червей. Подожди, чисто по интересу. Надеюсь, игра не сломается. Ну нет, вот. Так, а подожди, а тут... Вот. Мышничие, это личинки жуков, они растут со средней скоростью, но дают неплохой приплод. Скорость просто средняя, приплод средний. Когда маленькие мученые черви меняют цвет с белого на желтый, они становятся пригодны к проявлению в пищу. Растут эти черви довольно медленно, зато дают большое потомство. Рост низкий, приплод большой. Конечно, ставим вот такую вот тему. Кузнечики растут. И вот, да, потому что этого я не знаю, вот опять же новая вариативность разных семян, да, ну, семян, грубо говоря, это, да, семян. Ну да, вот, так что я скажу, это вообще очень хорошая система, то, что они поставили такое ограничение на то, что вот, и они, при этом это все работает, да, но при этом не останавливается процесс доставки каких-то ресурсов, материалов на вам нужные места. Так, переместить в рабочую зону. Ну давай переместим куда-то. Ну сюда давай, как-нибудь туда. Руби лес. Так, хорошо. Ну сюда, я думаю, что у нас не влезет. А подожди, друзья. У нас же нету... Библиотеки. Как я так пропустил игру? То, что я что-то помню, что что-то было еще, но я не помню. Я как-то забыл, что у нас там именно было. Вот. Шикарно, сюда библиотеку забубеним.
зверь вор... Что? Ворота в шоколаде бродит огромный олень. Ну, это опять олень. Поймать в ловушку. Знаешь, 26 мяса. У нас мы же прокачанные. У нас же такие, блин, царские львы, охотники, блин, понимаете? Всех режут, нахрен. Неважно, там мутант, не мутант, нахрен. Террористы, террористы. Какие-то засады, не засады. Всех крошат. Как батон. Вот. Ладно. Я вот... Честно, скажу так, что я вышел из темы по поводу того, что какое обновление будет следующим. До этого я довольно-таки успешно приугадывал, что будет выходить, какие вещи будут к нам поступать по обновлению, да, как я уже говорил, то, что... что такое? А, строение гранита, ага, окей. Так, ну что, друзья... Мы, походу, изучили все, что у нас было, да, все, пища полностью изучена, производство полностью изучено, ну и развлечения полностью изучено, так как и безопасность у нас по максимуму, и исследование по максимуму, то бишь мы закончили дерево исследования. Очень я рад, что они такое вели. Я надеюсь, что они будут его расширять, потому что, как видите, у нас еще 1413 очков, и плюс по всей карте целая херова туча этих очков. И ты плюс еще можешь сейчас торговать ими. Не постоянно, конечно. Получается, что у тебя они не... Так, сюда все это не можно. Значит, этого чувака отправляем домой. Не всегда ты можешь им торговать, потому что не всегда они недоступны. Так, этого чувака мы отправляем на машину. За машиной, вернее. Ты, дяденька, идешь, короче, вот сюда. Будешь открывать оставшиеся территории. Тут у нас все открыто, тут у нас все открыто, тут у нас все сделано. Отлично. Хорошо. Вот. Что у нас осталось? Там, получается, у нас надо построить кинотеатр. Ну да, не получилось. Мне его сюда зубенить. А сюда можно так? Нет, сюда не можно. Мы поставим кинотеатр рядом с библиотекой. Вот так. И здесь мы, знаешь, что, друзья, сделаем? Мы сделаем здесь... Чисто так. Ради симметрии построим мы домики. Домики построим дома. Двухэтажные домики. Так у нас место позволяет это сделать. Раз. Два. Три. Четыре. Это в будущем решит вопрос, например, если вам нужны деточки, да. К воротам принял... О, что-то поперли, друзья. Три, но опять же очень мало. Постоянно приходит очень мало людей. Так, хорошо, тут эти... Так, ты возвращаешься опять тоже. Ну ты ж... Что ты... Так, что происходит? Дружище, ты чё? А, он уже здесь. Чё ты не идёшь, тварь? Он уже здесь. Это там, значит, и дяденька у нас здесь. Иди сюда. Иди сюда. Отлично. Это можно закрыть. Кинотеатр построен, библиотека построена. Все у нас работает. Настроение у людей. Лучевая болезнь. Ну, это понятно. Читает, смотрит на бой, играет в видеоигры плюс 16. Я на... Там до сих пор что-то олененок, да? Или что-то другое показывает сейчас? А, у нас есть... Да, у нас тут до сих пор олененок бегает. Ну, как-то могли что-то для разнообразия добавить, что-то новое, не знаю. Специалисты готовы к работе. Специалисты, они у меня не заслужили, они на отдыхе сейчас. Им сейчас нехер работать. Ну, так, видите, да, у нас еще здесь у нас еще одного, тут еще 70, да? Да сколько здесь? 70. И здесь еще 700. И там еще наверху было 700. Тут еще 1000 с копейками, да? Так что... Очень много еще ресурсов этих... Ой, машина поломана уже. У меня тут ездит. Ну... А что это громко? Ну что? Я не слышу, что это машина едет. А, она вот, как-то шумит очень громко. А что тебе не хватает? А досок не хватает, да? Ладно.
Можем что-то приобрести, может быть, у кого-то посмотрим, что у нас какие-то, может, новые рецептики появились. Так, морковка. Морковку нам не надо. Мы можем продать что? Бетон у нас. Ой, очень много бетона. Что тут у нас? Мясные. Ух ты. Вот это можно продать. Что тут еще у нас есть интересного? Да ничего, по большому счету. Можем... О, вот мы что можем продать. Подтвердить. Это ж 576 очков, да? У нас бензина сейчас дофига. Я же нефтемагнат, я в конце концов. Так, New Heaven. Да, они хотят это. Так что у нас еще сейчас второй есть. Мы можем это продать еще. Пусть уберут 21, сколько, 26 единиц со склада. У нас этого добра здесь навалом, блин. Для всего можно, конечно, назвать добром, конечно. Это, блин, результат человеческих ошибок и, блин, гениальности в одном лице, как говорится, по большому счету. Так, ладно. Окей, строимся. А ну что, мы по большому счету мы уже все построили, да, что у нас было изучено, да? Да, да, все мы построили. Так, это у нас построено, здесь у нас все построено. Сейчас пробежимся про постройкам быстренько. Что это такое? Загадочный зверь, иди, забирай, загадочный. Там, я даже не буду считать, потому что квесты повторяются. Да, я надеюсь, что они тоже добавят разнообразие в этом плане, потому что, ну... Даже не хочется читать одно и то же постоянно. Так, химкомбинат, ну тут у нас это все понятно. Мастерские, конечно, можно еще понапичкать целую херву тучу здесь, но у нас нету людей, чтобы их туда посадить. Аванпосты, конечно, у нас еще можем построить один, потому что у нас аванпоста нету, так, чисто ради того, чтобы у нас были все построечки, да, потому что, ну, по большому счету, там они не нужны, мы передвигаемся на автомобилях. Даже вот сюда, например, поставим какой-нибудь аванпост, нет, как-то тупо выглядит. Или сюда куда-то. Вот так как-то. Давай вот сюда как-то. О, блин. А вот так. Потому что здесь, если вдруг я решу дорогу поиграть. Потому что я поиграю, конечно, в офлайне. Типа, чтобы как-то познакомиться. Ну, не то, что познакомиться, а поэкспериментировать на счет механик разных, да. Что да как и почему. Так, домик построился, отлично. Еще я надеюсь, что они добавят в информацию, в статистику, да, например, сколько у нас свободных мест в наших домах. Потому что тут я пока что не вижу этого дела. Тут есть что просто поврежденные, да. У нас тут есть 14 всего жилищ, да. Вот еще бы делали бы там, добавили, вот, например, как вот здесь, да, там 120 свободных из 140, да, например, вот такое что-то такое подобное. Так, с образованием 30 человек, взрослых 88, население 88, среднее здоровье 100%. Мы очень хорошо живем, друзья, очень хорошо, неплохо. И все отлично. Так, регионы. Открытый регион 193, бандитский регион. Так, неисследованные регионы. Сколько у нас получается? Нет, какие-то неисследования. Все исследования уже все есть. Да. Так, и производство ресурсов плюс 8. Ну, сами видите статистику, друзья. Мы довольно-таки неплохо развиваемся. И это, я скажу, первое прохождение данного обновления, вообще данных обновлений, в котором у нас не откисли, не откис ни один человек, друзья. И это все-таки что-то достоит, да, как говорится. Так, я сейчас, наверное, этот химкомбинат закрою, блин. У них химкомбинат, а очистительную станцию. Потому что нам нужны радиоактивные осадки, а это плохо. Значит, знаешь, что мы надо же сделать, друзья? Собрать. Потому что они их... уничтожит. Ну не, здесь, конечно, ничего не случится. Вот, например, с этими, да, с личиночными фермами и с теплицами. Так как... А куда я 3 человека забаговацал? Я не понял. Где я 3 человека поставил? Очень странно. Ну да ладно. Специалисты так на карте. Так, ну ладно, можем зайти там что-то посмотреть, что у нас. Конденсаторы. Так, этот чувачок скоро уже доберется до дому.
Этот доктор Эйнштейн тоже сейчас доберется до своей точки последней, которая... Ох ты, тут и машина. А мы его в машину посадим и потом поедет он домой на машине. Так, специалисты готовы к работе, не надо мне них уже никакой работе готовить. Мы уже так зажрались по самой помидоры, как говорится. Так, ну да, с досками у нас проблемка маленькая. Ну, это можно решить с установкой одной пилорамы. И это мы, этим сейчас мы и займемся. Где наша пилорама? Не, она здесь. Где она, блин? Пилорама. Так, я вот его куда-то сюда поставлю, эту пилораму. Специалисты готовы. Так, дяденька, ты вот сюда сходи, и потом в машину запрыгнешь и поедешь дальше. Это машина. Так, у нас осталась последняя территория здесь. И все. И мы будем открывшую полностью карту. И тоже, что еще очень меня раздражает. Вот. Распределение приоритетов. Ты можешь ставить большой, маленький, без разницы. Инфекция плюс... И они не будут, как-то я не знаю, с чем это связано, я еще не углублялся в эту механику, почему это так происходит. Но факт там остается фактом, то что вот такая вот фигня получается. Так, у нас минус 12 энергии, алло. Алло, а ты что такое? Так, подожди, это не дела. Электричество, дай сюда, нам построить надо вот такую вот штучку. Вот. Так, вам тут что надо? Конденсаторы, металл, да, это все этого, блин, у нас тут, да, вот, дофигища. Перейти к карте мира. Окей, перешли к карте мира. А, все, он добрался до дома, да, молодец. Так, ты в машину. И на машине ты отправляешься, ой. Отправляешься домой. И ты тоже сюда запрыгнешь. Вот сюда доедешь. Не могу его выпустить. Окей, ладно, пусть он там тусуется пока что. Так, ну что, ждем. А, кстати, вот что надо сделать, друзья. У нас начнутся активные радиоактивные осадки. И у нас люди будут заражаться всякой дрянью. Так, у нас есть какие-то дети, не родились еще, не? Нет, детеныши еще не родились. Большой ветряк построен, идем в плюсе, да, идем в плюсе. Так, наши пацаны еще не забафались. Ну все, вся карта открыта. Кстати, у нас мы дяденьку не отправили-то домой. Окей, готово. Ну что, большой трек завершено, плюс 40 энергии сейчас идет, отлично. Кортом приняла группу, давайте 20 человек. Нет, четверо только. Ну тоже неплохо. Ну да, я сейчас, короче, делаем вот так. Активно это убираем. Пусть и не работает. Так, тут три. Тут три. Тут один.
Тут один. Я как-то прозевал, что я тут поставил счет, блин, по одному человеку. Ну, ничего страшного. У нас вот, единственное, то, что у нас нету таблеток от радиации. Потому, может быть, мы и не помирали, то, что у нас были йодные таблетки, которые довольно-таки неплохо справляются с радиацией и болезнью лучевой. Я хочу, чтобы залез в машину и погнал в сторону дома. Все? Все. Так, сейчас начнется. Блин, опять тут я не. Тут что-то растет это. Собрать. Ну, блин, давай собрать. Может, успеет собрать. Ну, навряд ли. А, собираю. Ну вот, если не успели. Вот единственное, что меня сейчас напрягает, то, что у нас нет йодных таблеток. Ну, они, единственное, ускоряют излечение, но они. Не знаю, или они должны обязательно нужны, чтобы это дебаф лучевой болезни спал, не знаю. Надо опять же тоже углубляться в эту технологию. Так, радиационным раздражением начинается. Вот, блин, это херня. И они сейчас будут по экспансии расти. 7, 14, блядь, и так далее, и тому подобное. Это плохо. Так, где-то там машина. Так, хорошо. Ладно. Ну да, сейчас доски. Ну это... Я это... Так что такое? Что происходит? 12 человек заболело. Ну хорошо, они все лечатся. У нас тут получается... сколько тут получается? 6, 12, 18, 24, 30 человек может лечиться одновременно. На данной стадии. Конечно, не с такой скоростью огромной, потому что у нас по одному человеку только. Ну, у некоторых по 3. Но все-таки. Специалисты готовы к работе. Эйнштейн лечится. А где тут дяденька? А, вот он. Так, 11 человек заболели. Давайте родите какую-нибудь детенышу, что ли, блин, я не знаю. Или придите еще 50 тысяч человек. Было бы еще вот как труп. Если бы круто было бы как в Тропика, да, там показывают, например, сколько там вакансий, да, рабочих есть, чтобы там более. Ну, я понимаю, что это игра в раннем доступе. Я тут прям хочу, чтобы все сразу было шикарно, все сразу. И такие вот маленькие детали, конечно, есть на чем им другим работать на данной стадии, потому что, ну, есть какие-то более важные вещи, чем заниматься. Тем вот такими маленькими делами. Это можно потом подпилить, это добавить, чтобы вот как-то проследить за. Ну, это было бы больше. Был бы более такие обширный контроль за твоей колонией. Плюс еще было бы супер, если были бы какие-то роли, которые ты мог бы задавать, и бафы, дебафы определенных людей, потому что у каждого сейчас в данной стадии есть баф разный, дебаф, которые могут и влияют на то или иное качество человека, работы и так далее. Что, бандит у ворот? Что такое? 15 капусты, минус 4. Это что, представьте, интересно, иди в жопу. Мы, короче, бандитов послали к чертовой матери. Мы не торгуем с бандагами. И я надеюсь, что в дальнейшем, ну да, да, не, ну потом уже тут, это ж градостроительный симулятор и выживалочка в одном лице. Я уже хочу, чтобы тут, блин, нападали кто-то на себя, там турельки, да, огневая какая-то станция, вот сюда поставить какие-то пухи, блин, и просто валить по всем этим казалым, кто будет к нам приходить и качать какие-то права, те или иные, да. Ну, как видите, друзья, мы прожили, опять же, лучевая болезнь 50. Мне надо проверить, у нас статистика брожается, то, что у нас лучевая полезнее где-то у кого-то. 98%, да, у нас йодных таблеток вообще, как кот наплакал. Ну, это единственное то, что можно побегать, посмотреть по карте, где это находится вообще. И есть ли вообще какие-то йодные таблетки здесь? Потому что я не видел.
Я, которые были йодные таблетки, их... А, ну вот, здесь есть. Сколько? 28. Мы туда потом сейчас снабдим экспедицию и, может быть, отправим. А вот еще есть, смотри. 25. Они все-таки ездят еще, остались. Ну, просто, потому что еще территория не была открыта полностью. Тут, короче, забаговалась машина, я смотрю, да. Там, где она сломалась побольше. А, вот еще, ехайны. Ну, где-то 70-80 таблеток у нас есть по всей карте, оставшиеся. Мне кажется, их даже можно купить, кстати говоря. Давайте посмотрим. Можно ли таблетки йодные купить? И, нет, есть антибиотики. Йодные таблетки можно приобрести у бабушки, которая приходит к нам, задает всякие разные вопросики в плане таких загадочек разных, да, и тогда вы, ну, вы или ты, или кто там, как кому угодно, отгадываете, и тогда она вам дает определенные плюшечки. Так что у тебя здесь, дружище? Переместить рабочую зону. Ну, вот здесь тут целая куча рабочей зоны. Окей, значит, что мы делаем? Мы отсюда нахер всех скидываем. Делаем паузу, потому что это сразу убирает потребление энергии, когда мы ставим паузу. Так что будьте в этом... Видите, сразу 76 у нас получается, да? Сейчас мы здесь опять же тоже этих освободим. Нажимаете 76, 80. И так, тихо, тихо, женщина. Отсюда тоже убираем, убираем, убираем и убираем. Потому что нам сейчас не нужны эти вещи данной стадии. Так, что происходит? Товар, бизнес, крупный бизнес-товар. Что ты там привез? 51 бетон, 66 досок, 50 этого. Что еще есть? Давай, что еще есть? Куртки, инструменты. Не, мне ничего еще нахер не надо. Все это у меня есть. А у нас нету, блин, двухместной машины какой-то, я не понимаю, почему у нас такие большие, огромные машины. Трехместные у нас есть, да, только вот здесь. Давай снабдим какую-то группировку бандюганов на. Ой, ты-то и тебя ниндзю поставим. А почему не могу... А, ремонт идет. Ремонт автомобиля, друзья, идет. Сейчас они построят ее и отправим мы за йодными таблетками. Так, и где у нас тут ближайшие йодные таблетки? Есть это есть порядок? Рядом ездят йодные таблетки. А, кстати, еще надо было мне встать человек 4 человека послать за йодными таблетками, потому что я могу полутать их. А, нет, троем должны они за один заход все собрать. Так, где у нас тут были эти йодные таблетки? А, вот они. Ну ладно, поехали, самый конец, блин. Где? Он даже так далеко не может приехать, ёхай, да? Ладно. Можно посмотреть, что поближе здесь где-то было. Тоже я видел. Это здесь. Вот они. А, нет, не в том-то смысл, друзья. Здесь тебе, надо, тебе нельзя нажать на эту. Тебе надо, можно нажать рядом, и у тебя вот 5 очков уходит, да? Так что, вот такие дела, друзья. Я думаю, что на этом этот сезончик закончится, потому что мы получили максимальное развитие. Мы построили все доступные постройки, все доступные развлечения. Да, декор можно, конечно, поработать над этим декором, но это на данной стадии для меня, по крайней мере, не самое основное сейчас. Да, это какая-то дополнительная атмосфера, и этим можно, конечно, заниматься в дальнейшем, там как-то выстраивать, планировать, но вот так выглядит наша база, да, вот, друзья. Ну, не то, что база, а наша колония. Так что, если, друзья, есть какие-то вопросы по поводу игры, не стесняйтесь, задавайте их в комментах, я обязательно на них отвечу, или есть у вас какие-то советы, или какие-то, или чем-то вы не согласны со мной, вы всегда можете тоже, опять же, оставить комментики и написать по поводу этого дела, я буду очень признателен, прочитаю, отвечу и, не знаю, посмотрим, что там, если там есть какие-то дельники и советики, применим в практике, посмотрим на каком-нибудь, на следующем видосике, там, применим ваши какие-то идеи. А на сегодня уже, конечно, мы это, как говорится, это обновление мы уже закончили. Будем ждать уже следующего обновления, потому что мы не прощаемся с этой игрой, мы просто ждем следующего обновления, следующего обновления. Йо, хай ты мой, язык заплетается. Вот.
Так что, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение насчет новых видео. Опять же, оставляйте комментарии по поводу видео и со своими советиками, вопросиками. Каждый ваш вопросик, каждый комментик ваш важен, друзья. Так что большое вам спасибо за ваше время, за то, что вы смотрите меня и поддерживаете. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока.